I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Сегодня мы отправимся в морозный Анкоридж, штат Аляска, а героем нашего выпуска станет загадочный Роберт Хансен, тихий пекарь и отец двух детей, который имел тайное влечение – охоту на людей. Его жертвами стали как минимум 17 женщин, над которыми он жестоко издевался и насиловал. В его виновность отказывался верить весь город, друзья обеспечивали преступнику алиби, однако в конечном итоге все привело к неизбежному. Штат Айова, городок Эстервиль, расположенный недалеко от границы с соседним штатом Миннесота, был основан в 1952 году. Однако и спустя столетия все население города едва насчитывало 5500 человек. В этом тесном маленьком мирке появлялись иммигранты из Европы, которые искали для себя лучшей жизни в новом свете. Так, меньше чем в 30 километрах от Эстервиля, датские иммигранты основали собственную общину Рингстад по имени коммуны в Дании. Одним из многих искателей счастья, приехавших из Дании покорять Америку и нашедших приют в этой общине, был Кристиан Хансен. Здесь он сумел накопить немного денег и познакомиться со своей будущей женой Эдной. К концу 30-х у семьи было достаточно средств, чтобы открыть собственную пекарню в Эстервилле, в которой Кристиан и Эдна работали вместе. Их небольшой семейный бизнес процветал. Кристиан Хансен стал весьма авторитетным человеком в обществе. Мужчина был очень строгим и религиозным. Как и многие выходцы из Дании, он исповедовал лютеранство. 15 февраля 1939 года у семейной пары родился сын, которого назвали Роберт. Глава семейства всегда много трудился, чтобы обеспечить семью необходимыми средствами к существованию, и жестко требовал от домочадцев следовать тем нормам поведения, которые соответствовали его религиозным взглядам. Роберт начал работать в семейной пекарне в юном возрасте, мало чем отличаясь от соседских детей, трудившихся на фермах Айовы. В то же время Роберт был категорически недоволен своей работой. Как он вспоминал позднее, будучи маленьким мальчиком, он получал от своего отца всего лишь 35-45% за свою работу в магазине, и в дальнейшем, по мере взросления, его доходы мало отличались от первоначальных, едва достигая $1. Кроме того, отец был редко доволен работой сына и часто называл его никчемным балбесом. Роберт был левшой, но родители упорно заставляли его переучиваться, принуждая делать свои повседневные дела правой рукой, чем еще больше усугубили имевшееся у него заикание. Из-за проблем с речью юный Роберт чувствовал себя очень неуверенно, часто смущался, и особенно ярко это проявлялось в школе, при общении с учителями и одноклассниками. Как он говорил позднее, в процессе всего обучения в средней школе, когда педагоги просили его дать даже небольшой ответ с места, он буквально весь покрывался холодным потом и в таком состоянии панического страха не мог выдавить из себя и нескольких слов. Его успеваемость в школе была средней. Тот факт, что он достигал значимых успехов в обучении, вполне можно списать на его высокую занятость в семейной пекарне, где график работы, установленный отцом, был очень жестким. Вечно заикающийся худой мальчик стал казаться еще более отталкивающим для своих сверстников в средней школе, когда его лицо обезобразили юношеские прыщи. Только успевали заживать старые, как тут же на лбу, щеках и подбородке Роберта появлялись новые нарывы. В отчаянии Хансен говорил, что ощущает себя не человеком, а огромным желтым нарывом, из которого постоянно сочится гной. Сверстники сторонились его, многие девушки презирали парня и говорили ему о том, что он уродлив. Ни о каких знакомствах и свиданиях Роберту не приходилось и мечтать. Такое презрение со стороны прекрасного пола и абсолютное игнорирование малейших попыток Роберта установить контакт привело к тому, что у Хансена сформировалась глубоко укоренившаяся ненависть к молодым красивым девушкам. Хуже всего было то, что
Девчонки иногда высмеивали его на глазах других людей, на игровой площадке или в холле школы. Возможно, если бы он нашел в себе силы обратить их колкости в шутку или посмеяться вместе с ними, то они и прекратили бы дразнить его. Но сильно заикающийся Роберт всегда предпочитал промолчать в ответ на издевки, чтобы не выглядеть еще более нелепо, ведь он знал, что не сможет произнести нормально и одного слова. Все великолепные остроты в ответ обидчикам оставались лишь в его мыслях. Злоба на весь мир разрасталась в нем, заполнила все его мысли, все его существование. Роберт Хансен никогда не научится контролировать себя и свой гнев. В конце концов, это приведет к его бесчисленным актам насилия и убийствам. Сам Роберт вспоминал: «Если возвратиться к тем дням, что я провел в средней школе, то, скорее всего, то состояние, в котором я пребывал большую часть времени, правильнее всего было бы назвать фрустрацией. Я видел своих сверстников, которые спешат на свидания к девушкам, проводят время на вечеринках, и у меня было огромное желание жить такой же жизнью, как и они, встречаться, развлекаться. Я осознавал, что из-за шрамов и других дефектов на моем лице, которые вы можете видеть и сегодня, девушки не хотят сближаться со мной. И тогда я еще больше нервничал, и мое заикание становилось гораздо сильнее, как это происходит и сейчас, на этом допросе. Я попытался вам продемонстрировать, что могу точно и без серьезных заминок повторить то, что собираюсь сказать, когда говорю медленно. Но когда я учился в школе, то не мог управлять своей речью вообще. Я всегда так сильно смущался и злился, когда одноклассники высмеивали меня, что я ненавидел само слово «школа». Я предполагаю, что именно в этом заключается главная причина того, почему я сжег автобусный гараж в Айове. Я прекрасно помню, что когда я хотел поговорить с кем-нибудь, мужчиной или женщиной, одноклассником или кем-то там еще, и уже начинал разговор, то в тот же самый момент я начинал заикаться так сильно, так ужасно, что хотел, особенно в младших классах, убежать от своего позора с плачем, убежать куда-нибудь подальше и спрятаться на целый день. Но хуже всего было то, что я был объектом насмешек для всех девчонок нашей школы. Я не контролировал ситуацию, события развивались помимо моей воли и без моего участия. Нет, я не начал ненавидеть всех женщин на свете, я даже рискну сказать, что я только чаще стал влюбляться, чуть ли не в каждую девчонку, чуть ли не каждая девушка становилась для меня важной. Я хотел добиться ее дружбы, близких отношений с ней. Я хотел, чтобы я им нравился, чтобы и меня любили». Эстервиль был типичным городком на юге США, к охоте тут было особое отношение. Вы можете отнять у южан все до последних штанов, но ружья придется выдирать из мертвых рук. Вскоре и подросший Роберт открыл для себя чудесный мир охоты. Всего за какие-то пару месяцев Хансен стал стрелком уровня Дэви Крокета. Плохое зрение не стало Роберту помехой. Со временем он научился обходиться без оптического прицела, а потом и сама винтовка стала для него слишком простой в обращении. Вот арбалет или лук – другой разговор. Он окончил школу в 1957 году, и после ее окончания Хансен был призван в резервную армию, где прошел базовую подготовку в Форт Дикс, штат Нью-Джерси. Там он проявил себя не только отменным стрелком, но и бунтарем, а слушаться приказа старшего офицера для него ничего не стоило. Роберт уже не хотел мириться с ролью очкарика на «подай-принеси». Он видел себя грозой дремучих лесов против лютого волка или разъяренного гризли с луком наперевес. По его собственным словам, его первый сексуальный опыт произошел именно в армии с проститутками и позже во время действительной службы. В 1959 году он вернулся в свой родной дом в Айове. Примерно через 6 месяцев после возвращения из армии у Роберта Хансена начались неприятности. В полиции о нем говорили как о человеке, который не к месту демонстрировал свои навыки стрельбы из лука и щеголял ножом. Фактически, он стал главарем банды подростков. За ним в первое время не числилось серьезных правонарушений, и они не находились под пристальным вниманием полиции. Он приводил ребят из средней школы в свою квартиру, чтобы поговорить об оружии, охоте или о том, кто или что ему не нравится в родном городе. Впрочем, навыки обращения с оружием превзошли его склонность к неподчинению, и вскоре Хансен устроился на работу в полицию. Сначала ассистентом инструктора по стрельбе, а потом и самим инструктором. В 1960-м Хансен, который обрел уверенность в себе и заслуженное уважение подчиненных, наконец женился. Казалось, он нашел свое счастье и покой, но, как это часто бывает, затишье оказалось лишь прелюдией к буре.
Вскоре Хансен нанял ассистентом в свою семейную пекарню 16-летнего парня. 7 декабря 1960 года Роберт и его новоиспеченный коллега по пекарне подожгли гараж, в котором стояли школьные автобусы. Инцидент понес за собой серьезные последствия. В результате пожара 6 школьных автобусов были уничтожены огнем. Убытки оценивались в 11 тысяч долларов. Один пожарный получил травмы во время тушения. Следствие установило, что это был целенаправленный поджог, но полицейские не смогли установить личность самого поджигателя, хотя Роберт Хансен, по слухам, является тем самым преступником. В разгар всех этих событий Роберт женился на Фиби Паджет, дочери мануального терапевта. Тем не менее, его ассистент по работе в пекарне чувствовал угрызение совести и позвонил в полицию в марте 1961 года. Он рассказал, что Роберт не раз говорил о поджоге школьного гаража как способе отомстить директору школы, который придирался к Хансену, когда тот еще учился в школе. Роберт говорил: «Я думаю, что я сжег сарай, потому что я ненавидел школу всей душой. Я сделаю все, что угодно, чтобы вернуть долг той ужасной школе, которая причинила столько боли Бобу Хансену». Вердикт по делу о поджоге гласил: 3 года в государственном исправительном учреждении в городе Анамоса. Там Хансен стал играть по правилам системы, отбросив свою юношескую горячность. Он помогал заключенным, которые не умели читать и писать, и давал религиозные консультации другим заключенным. Одним из положительных моментов его нахождения в исправительном учреждении заключается в том, что для него в университете штата Айова были организованы сеансы работы с логопедом, которые заметно улучшили его речь. Он отбыл в тюрьме 20 месяцев из своего срока наказания и был досрочно выпущен на свободу за хорошее поведение. И все же Хансен вернулся к знакомой торговле свежей выпечкой. Он устроился на работу в хлебопекарню «Кокс» в городе Мурхед, штат Миннесота. В магазине, в котором работал Хансен, кроме выпечки, продавались и другие товары – велосипеды, радиоприемники и спортивный инвентарь. Однажды после окончания рабочего дня кто-то из коллег Хансена заглянул в его машину и заметил, что в ней лежат товары, которые продаются в их магазине. Но в тот момент этому не придали значения. Однако в 1965 году Роберт Хансен был пойман на месте преступления за кражу рыболовных снастей из магазина «Блумингтон». Его работодатель заплатил за украденный товар, пытаясь замять назревший скандал. Но уже через несколько недель хозяин вновь поймал Хансена, уже в тот момент, когда Роберт пытался взломать замок и совершить кражу. Но и в этом случае ему удалось избежать наказания. Он пообещал хозяину, что как можно скорее уволится и уедет работать в другой город. После этих событий жизнь дала ему еще один шанс создать семью. На пляже, где он чинил лодки, Роберт встретил девушку. В 1963 году молодые люди поженились. В 1967 году, после того, как жена Хансена окончила университет штата Айова, на семейном совете супруги решили, что теперь они отправятся в Анкоридж, штат Аляска. Из-за проблем Роберта с законом на прежнем месте работы наступило самое время кардинально изменить свою жизнь. Семья быстро наладила отношения со всеми соседями. Для новых знакомых они казались образцовой парой. Хансен стал завсегдатаем баров, где завоевал репутацию отличного охотника и душевного собутыльника. Роб Хансен не стал изменять своим привычкам и устроился на работу в пекарню, где занимался изготовлением своих любимых тортов, а его жена работала учителем. В свободное время они много гуляли, совершали восхождения на горы, окружающие Анкоридж, ловили рыбу и вообще старались проводить много времени на свежем воздухе. Всем окружающим они были известны как весьма респектабельная супружеская пара. Многое в жизни Хансена поменяло его новое хобби. Роберт стал охотиться на животных с помощью лука и стрел. Он был частым посетителем клуба лучников и вскоре вступил в его ряды. После долгих лет активной охотничьей деятельности он стал обладателем нескольких выдающихся достижений, и его имя было внесено в книгу рекордов «Pope and Young Club». Успешный охотник, искусный пекарь и счастливый муж Роберт Хансен еще более упрочил свое реноме хорошего семьянина с рождением дочери в 1971 году. Он взял себе дополнительную работу в пекарне, и семья смогла переехать в свой новый большой дом. В этом же году Хансен установил и свой самый значимый охотничий рекорд. Его трофеем стал самый крупный тонкорогий баран, который был поражен с помощью лука и стрел. Теперь Роберт занимал уже второе место в рейтинге охотничьих трофеев
в разделе «Оленей Карибу». Тем не менее, именно в этот счастливый для себя период Хансен и начал свою преступную деятельность на Аляске. О темном прошлом Роберта знали только его жена и местный психолог. Он-то и поставил Хансену неутешительный диагноз – биполярное аффективное расстройство. И вскоре это заболевание стало активно проявляться. Брак не мог удовлетворить его навязчивую сексуальную идею, неистовое желание иметь послушную рабыню для орального секса. Для его жены такой вариант развития интимных отношений был неприемлем, поэтому Хансен стал искать удовлетворение своих сексуальных фантазий на стороне. Нефтяной бум 70-х на Аляске и строительство трубопровода послужили толчком к тому, что сюда стали приезжать молодые девушки, мечтавшие подзаработать денег. В Анкоридже появились стриптизерши и проститутки, которые предлагали самые разнообразные сексуальные развлечения, чтобы скрасить суровый быт трудяг. Поскольку климат Аляски отличается своей суровостью, то снимать клиентов на улицах девушкам было физически сложно, поэтому они искали мужчин в стрип-барах. Для того, чтобы проститутка предложила свои услуги, клиент не должен был производить впечатление опасного или странного человека. Девушки отмечали, что было вовсе неплохо, если он был недалеким или попросту глупым. В этом мерзком мирке Хансен чувствовал себя как рыба в воде и мог с легкостью найти жертв для воплощения своих фантазий. Впрочем, и девушки видели в нем идеального клиента. Одна из них позже говорила, что он выглядел как совершенный придурок. Для Хансена все эти проститутки и стриптизерши были отбросами общества. Он хотел отомстить им за свою молодость, за постоянные насмешки и отказы со стороны девушек в юные годы. «Эти женщины не делают ничего полезного для общества», — так мотивировал Хансен свои деяния. Он чувствовал внутреннюю убежденность и правоту, когда совершал в отношении этих несчастных девушек ужасные вещи. Роберт не видел в них ничего человеческого и считал, что мир без них станет только лучше. Он начал свою серию преступлений в 1971 году. В ноябре 1971 года Хансен был арестован. Поводом для этого послужил следующий инцидент. Однажды он вел свой автомобиль в квартале Спинард, одном из районов Анкориджа, и когда Роберт остановился на красный свет, то обратил внимание на женщину, сидевшую в соседней машине. Она улыбнулась ему, и Хансен расценил это как приглашение к дальнейшему знакомству. Он двигался вслед за ее машиной и в дальнейшем пытался завязать диалог. Но когда она недвусмысленно ему отказала, Хансен направил на нее свой пистолет и потребовал, чтобы женщина следовала за ним. В этот инцидент вмешалась полиция, и женщина была спасена. Хансен был освобожден под подписку о невыезде. Это преступление послужило поводом для проведения психиатрической экспертизы, но Хансен был не новичок в таких делах и прекрасно помнил, чем закончилось его первое психиатрическое обследование после сожжения школьных автобусов. Теперь же он был не так откровенен, как 10 лет назад. «Это было словно во сне, у меня был провал памяти», — так он отвечал полицейским на вопрос о том, почему он совершил изнасилование. После таких ответов полиции пришлось обратиться к психиатрам. Хансена осматривал доктор Рэй Лэнгтон, психиатр клиники в Анкоридже. В своем заключении он указывал на психическую болезнь Хансена и потерю памяти. Также Лэнгтон связал преступную деятельность с психическими проблемами, которые были у Роберта. Его насильственные действия имеют психологические причины, говорилось в психиатрическом заключении. Лэнгтон также включил в свой доклад упоминание о том, что Хансен имел военную подготовку. Но самым важным были указания на то, что в подростковом возрасте Хансен фантазировал о том, чтобы причинить вред тем девочкам, которые отвергли его. Внезапное исчезновение 17-летней Меган Эмерик не получило широкой огласки. С момента ее пропажи промелькнуло всего лишь несколько коротких заметок в местной газете. Меган была тихой девочкой из такого же тихого городка – Дельта Джанкшн, население которого едва составляет 1000 человек. Всей семьей они выходили на реку Юкон ловить рыбу и охотиться, как вспоминал ее брат. Ей нравились лошади, мотоциклы и рок-музыка. Она окончила школу и училась в профессиональном центре Сьюарда. Подробностей о ее пропаже было очень мало. Известно лишь, что в день исчезновения она ходила в прачечную. Потом свидетели видели ее в общежитии центра, из которого она вышла и уже больше не вернулась.
Брат Меган был уверен, что она не могла убежать или отправиться путешествовать, поскольку оставила все свои вещи, все имущество, а также свое удостоверение личности в общежитии. Так явно не поступают люди, которые хотят отправиться в долгий путь. В 1975 году там же, в Сьюарде, происходит другое необъяснимое исчезновение. 23-летняя Мэри Тилл пропадает средь бела дня в центре города. Друг подбросил ее до библиотеки на автомобиле, она вышла, но до места назначения не дошла, и больше никто и никогда не видел ее живой. В те дни, когда были зафиксированы исчезновения и одной, и другой девушки, в город Сьюард приезжал Роберт Хансен. Он был в городе, этот факт достоверно установлен. После ареста в 1983 году Хансен являлся главным подозреваемым в причастности к этим исчезновениям, но доказать тогда ничего не удалось. Оба случая и ныне остаются неразгаданными. И лишь детектив Глен Флоуд, который поверил несчастной проститутке Синди, понимал, что слишком много неопознанных женских трупов стало появляться в некогда тихом Анкоридже. Да и ночные бабочки пропадали без вести одна за другой. В 1977 году Хансен был осужден за кражу бензопилы. Психиатры не смогли помочь Хансену в этот раз, и судья Джеймс Синглтон признала Хансена опасным. Он стал не просто преступником, теперь ему больше подходило определение рецидивистом, поскольку его судили уже в третий раз. Ему должно было быть вынесено максимально строгое наказание из возможных по данному виду преступлений, и в итоге Хансен был приговорен к 5 годам лишения свободы в коррекционном центре города Джуно. Но в этот момент на помощь Хансену пришел Верховный суд штата. Вердикт Верховного суда гласил, что приговор слишком суров, и Хансен может управлять собой. Он пробыл в тюрьме год и был отпущен на испытательный срок. В августе 1978 года Хансен снова был на свободе и не давал себе долго скучать без дела. Он решил получить лицензию пилота, однако упоминание в его медицинской карте о том, что он проходит медикаментозную терапию с использованием препаратов лития для лечения своего биполярного расстройства, привело к тому, что ему отказали в лицензии пилота. В последующем он нашел простой и эффективный выход из этой ситуации. Хансен просто не упоминал об этом факте, поэтому он с легкостью получил лицензию. В январе 1982 года он приобрел свой собственный небольшой самолет. Теперь все было готово для того, чтобы открыть полномасштабную охоту на проституток. И теперь ему уже никто не мог помешать, потому что благодаря самолету он мог выбирать для реализации своих преступных замыслов самые отдаленные районы. Первые признаки того, что в Анкоридже и его окрестностях действует убийца, появились в 1980 году, когда строители нашли почти разложившееся тело, захороненное рядом с ЛЭП, недалеко от озера Эклутна. Судебные эксперты дали заключение, что смерть жертвы наступила около года назад от многочисленных ножевых ранений. Поскольку тело так никто и не смог опознать, жертву нарекли «Эклутонская Энни». В своей исповеди, сделанной в 1984 году, Хансен подробно рассказал об этом случае. Эта, так до сих пор и неопознанная девушка, была танцовщицей топлес, и в тот день они договорились о том, что он получит оральный секс за небольшую плату, и поехали за город. Но девушка почему-то разнервничалась, стала отказываться от того, что предлагал ей маньяк. Тогда Хансен сказал ей: «Если ты будешь делать все, что я тебе говорю, то у нас не будет никаких проблем, я не причиню тебе боли или страданий». Девушка пыталась убежать и даже вытащила нож из своей сумочки, однако Роберту не составило труда выиграть борьбу за нож у хрупкой девушки, и этим же ножом Хансен ударил ее в спину. Однако одной раной не обошлось, и в порыве ярости он продолжал наносить многочисленные удары, пока девушка не перестала дышать. Вслед за Эклутонской Энни были обнаружены другие трупы, и чаще всего мертвые тела находили в долине реки Ник, являющейся излюбленным местом охоты для профессионалов и любителей. Этот район находится всего лишь в 25 милях от Анкориджа, вся долина пронизана извилистыми ущельями, сформировавшимися еще во время ледникового периода. Здесь обитает множество животных – медведи, лоси, горные козы, что делает долину реки и прилегающий район идеальным местом для охоты. 12 сентября 1982 года два офицера полиции Анкориджа решили посвятить свой выходной день охоте и выбрали для этого долину реки Ник.
Охота была не очень удачной, и когда начало темнеть, они решили, что пора возвращаться. Вдруг они заметили что-то на песке. В этом не было ничего подозрительного, но сработало профессиональное любопытство. Когда мужчины подошли ближе, то увидели, что из песка торчали человеческие кости, а рядом с ними лежала обувь. Меньше всего они хотели наследить на месте преступления, поэтому постарались побыстрее вызвать своих коллег для профессионального осмотра места происшествия. Для проведения расследования был назначен сержант Ролли Порт, который считался одним из лучших следователей. Он тщательно осмотрел место обнаружения останков и после этого даже просеял песок на этом участке. Потребовалось несколько часов, чтобы проделать эту нелегкую работу, но в конце концов она принесла свои плоды. Перед ними лежали гильзы. Сержант был знаком с этим типом боеприпасов и знал, что они использовались в мощных винтовках, таких как М-16 или AR-15. Проведенное позже вскрытие показало, что жертвой была женщина и что с момента ее убийства прошло более полугода. Причиной смерти были 3 огнестрельных ранения. Кроме того, вместе с останками были найдены бинты или лоскуты ткани, что позволило следователям предположить, что в момент смерти у жертвы были завязаны глаза. В то же время был обнаружен и весьма странный факт. На одежде убитой не было пулевых отверстий. Означало ли это, что ее застрелили голой, а одежду уже надевали на мертвое тело? Прошло чуть более 2 недель, когда окончательно удалось идентифицировать жертву. Это была 24-летняя Шерри Морроу, танцовщица из бара Wild Cherry в центре Анкориджа. Последний раз ее видели живой 17 ноября 1981 года. По словам друзей, в тот день она встретила мужчину, который предложил ей $300, чтобы позировать для фотографий. Так как тело Морроу было найдено за пределами юрисдикции полиции города, то власти Анкориджа объединили свои усилия с полицией штата для расследования этого дела. При общении со СМИ полицейские заявили, что они сомневаются, связано ли убийство Морроу с исчезновением, по крайней мере, 3 других женщин с 1980 года. Полицейский детектив Анкориджа Максим Фаррелл говорил: «Мы не считаем, что в городе действует серийный убийца. Скорее, это дело рук каких-то психопатов или отморозков». Шли месяцы, и надежда поймать убийцу становилась все призрачнее. Роберт Хансен тем временем продолжал процветать. В семье Хансена родился 2-й ребенок. Его проблемы с законом казались давно забытыми. Его бизнес шел в гору, и он был признан всеми как успешный бизнесмен и уважаемый член общества. В январе 1981 года Хансен открыл еще одну пекарню в самом центре Анкориджа, на углу 9-й авеню и Ингра-стрит, использовав $13 000 страховых выплат, полученных за взлом своего дома, который сам же и совершил. Он заявил в полицию, что в результате взлома были похищены его охотничьи трофеи. Когда обман раскрылся, охотничьи трофеи обнаружили на заднем дворе, Хансен, как ни в чем не бывало, сказал, что просто забыл сообщить об этом в страховую компанию. Он никогда не забывал только о своем главном увлечении – охоте на людей. Хансен продолжал активно знакомиться с девушками легкого поведения. Некоторым везло, они остались живы после встреч с этим мужчиной. Их он просто вывозил за город, в район национального парка Чугач, насиловал и отпускал в освояси. Если девушка шла в полицию с заявлением об изнасиловании, он начинал свою любимую игру. «Кому вы больше верите, ей или мне?» Или придумывал правдоподобную версию, объяснявшую эту историю. Но были девушки, которым везло гораздо меньше. Те, кто сопротивлялся или требовал оплату за свои услуги, фактически подписывали себе смертный приговор. Хансен полностью раздевал их и давал возможность совершить побег. Но этот побег был, конечно же, обречен на неудачу. Через некоторое время, вооружившись ножом или винтовкой, он начинал преследование своей добычи. У девушек не было шансов остаться в живых. Не было и свидетелей этих чудовищных сцен охоты на человека, поскольку все происходило в весьма отдаленных таежных районах. Именно по такому сценарию разворачивались события в случае с Паулой Голдинг. Паула была безработной, и только потому, что девушка отчаянно нуждалась в деньгах, она начала работать в баре «Топлес». Владелец бара первоначально не хотел брать ее на работу, потому что видел, что она хорошая девочка. Но положение у Паулы было безвыходным, и 17 апреля 1983 года она вышла на работу, а уже через неделю встретилась со своим убийцей. Они встретились 25 апреля
1983 года в назначенное время до полудня. Хансен казался тихим, вежливым и абсолютно безопасным. Все резко изменилось, когда они прибыли в Малну, район на северо-востоке Анкориджа. Внезапно он грубо схватил ее за волосы и направил на нее пистолет. Хансен сказал: «Ты будешь делать только то, что я тебе прикажу. Я проделывал такое уже много раз и всегда добивался, чего хотел. Поэтому будем играть по моим правилам». Он сковал ей руки за спиной наручниками и заставил встать девушку на колени. Позабавившись немного со своей новой жертвой, Хансен направился на аэродром. Паула умоляла своего мучителя не бить ее и обещала никому ничего не рассказывать, но Хансен был неумолим. Методично выполняя свой план, он завел ее в свой самолет и бросил на пол за сиденьем пилота. Они приземлились в долине реки Ник, где Хансен совершил большую часть своих убийств. Потом он отвел ее в свою хижину, при каждом удобном случае, не упуская возможность поторопить ее ударом кулака или ноги. Девушка отчаянно сопротивлялась, била своего мучителя и кричала на него. Он немного оторопел от такого напора, и тогда девушка бросилась бежать. Паула Голдинг не понимала, ее бегство означало лишь то, что она станет еще одним трофеем в охоте Хансена на людей. Не торопясь, Роберт взял винтовку и пошел по ее следам. Погоня длилась всего несколько минут, и вскоре опытный охотник настиг свою жертву. Он поймал девушку за рубашку и разорвал ее на спине. «Ты делаешь себе только хуже», — говорил он, отчаянно заикаясь и совершенно теряя контроль над собой. До смерти напуганная девушка впала в истерику, била своего мучителя по щекам, пыталась убежать, не отдавая себе отчет в том, что она находится в совершенно безлюдном месте. Девушка безумолку кричала и звала на помощь. Хансен и не думал отпускать ее, он только немного ослабил хватку, чтобы его добыча могла вырваться и начать обреченный на неудачу побег. Паула Голдинг уже дошла до края леса, видела реку и песчаную косу, когда пуля разорвала ее сердце. Хансен думал: «Зачем мне вывозить этих дурочек на самолете в ледяную пустыню? Я ведь могу позабавиться с ними и у себя дома». Так у него родилась идея большого летнего проекта 1983 года. Для того, чтобы этот план было легче реализовать, он отправил жену и детей на каникулы в Европу, и теперь весь дом был полностью в его распоряжении. Но даже раньше, чем его жена с детьми успели покинуть Аляску, он разместил объявление в местной газете о том, что ищет женщин, заинтересованных в беззаботном времяпровождении. На свое объявление он получил около 30 ответов. Позже он сказал: «Я просто хотел найти близкого человека для теплых отношений, чтобы тема денег и оплаты за сексуальные услуги никогда не всплывала между нами. Я просто хотел расслабиться, чтобы не надо было бояться все время». Возможно, это было попыткой Хансена примириться со своим прошлым, с той отверженностью, выброшенностью из общества, которое преследовало его с детских лет. С некоторыми из женщин, приславших ему письма, у Хансена завязалась переписка, с некоторыми он встречался, но до интимных отношений дело так и не дошло. Фактически, ничего не изменилось в его жизни, и он решил продолжать свою охоту. Его первой целью в середине июня 1983 года стала 17-летняя проститутка Синди Полсон. 13 июня Синди стояла на углу улицы и пыталась снять очередного клиента, когда к ней подошел маленький, рябой мужчина и, сильно заикаясь, осведомился о ее услугах. Они договорились на оральный секс за $200 и сели к нему в машину. Как только проститутка приступила к своей работе, Хансен направил на нее 357-й магнум. Действуя по отработанной схеме, Роберт быстро защелкнул наручники на ее запястьях, приковав к сиденью автомобиля, и повел машину в пригород Анкориджа. Хансен остановился около своего серо-голубого дома в стиле ранчо и силой затащил девушку в подвал, где все стены были увешаны охотничьими трофеями. Маньяк приковал абсолютно обнаженную девушку к столбу в центре комнаты и несколько часов издевался над ней, бил и насиловал, как сам, так и рукояткой молотка. Затем от усталости он лег на диван и уснул. После недолгого сна он приказал Синди быстро одеваться, вновь защелкнул наручники на ее руках и отвез в аэропорт, где остановился рядом с небольшим самолетом. По дороге Хансен рассказал о своих планах. Он хотел совершить небольшое путешествие на самолете к своему охотничьему домику в долине реки Ник.
Он хвастался, что там побывало уже много девушек, и они всегда отлично проводили время. Синди увидела свой шанс на спасение, когда Хансен вышел из машины и полностью сосредоточился на погрузке необходимых вещей в самолет. Через дверь водителя она выбралась из машины и побежала к огням 5-й авеню. Во время побега она слышала, что ее похититель кричал ей вслед: «Стой, сука, остановись, или я убью тебя!» Синди не собиралась ни останавливаться, ни оглядываться назад. Ей повезло, что она успела вовремя добраться до шоссе. Плохо понимая, что делает, она почти бросилась под колеса огромного грузовика. 36-летний водитель Роберт Юн был весьма удивлен, когда увидел в сантиметрах от своей машины полуголую девушку, руки которой были закованы в наручники. Зрелище было настолько необычное, а в глазах девушки был такой ужас, что у водителя не возникло вопросов, что надо делать. Он остановил свой грузовик и помог ей взобраться в кабину. Она говорила о какой-то опасности, угрожающей ей, но в чем конкретно было дело, он так и не смог понять, и просто отвез девушку в отель, который она ему назвала. В отеле Синди попросила телефон, чтобы связаться со своим парнем, после чего взяла такси и уехала в другой отель к нему навстречу. Она не спешила обращаться в полицию, поскольку понимала, что там не обращают особого внимания на заявление проституток. Тем не менее, полиция вмешалась в это дело, поскольку тот самый водитель грузовика проинформировал власти о случившемся. Офицер полиции Бейкер сумел разыскать Синди. Она находилась в номере, ее руки по-прежнему были закованы в наручниках, и была она совсем одна. После первоначального опроса девушка была доставлена в больницу Анкориджа для медицинского обследования, которое выявило у нее повреждения влагалища, синяки, следы укусов и ссадины на запястьях. Все это, безусловно, подтверждало историю о ее похищении. Девушку доставили в штаб-квартиру полиции Анкориджа для дачи показаний. Синди подробно описала полиции дом своего мучителя, автомобиль и самолет, на котором он пытался вывести ее в безлюдный район. После того, как показания Синди были зафиксированы в полиции, следователи повезли молодую проститутку в аэропорт. Полицейские надеялись, что она сможет опознать самолет, принадлежавший ее похитителю. В череде других винтокрылых машин Синди увидела синий-белый самолет со знакомым номером и уверенно указала на него как на воздушное судно своего похитителя. Проверка в диспетчерской показала, что самолет принадлежал Роберту Хансену, который проживал в районе Малдон на Олд-Харбор-авеню. Менее чем через 2 часа после побега Синди полиция является в дом Хансена. Полицейские сообщили Роберту, какие обвинения были выдвинуты против него проституткой. Он посмотрел на них с таким показным удивлением, что полицейские увидели, насколько иронично он воспринял эту информацию, и добавил свою любимую фразу: «Разве можно изнасиловать проститутку?» Тем не менее, он согласился дать показания в полицейском участке. Хансен был вежлив и открыт для диалога. Он не демонстрировал своим поведением ничего, что могло бы указать на его вину. Но в то же время Роберт был подозрительно спокоен для человека, которому были предъявлены ложные обвинения. Хансен подробно рассказал обо всех передвижениях в этот день, утверждая, что его жена с детьми уехали в Европу и что он был с 2 друзьями весь вечер. Друзья подтвердили все сказанное Хансеном, а после он согласился, чтобы полиция произвела обыск в его доме, автомобиле и самолете. После обыска полицейским стало ясно, что Синди Полсон действительно побывала в доме Хансена и в его машине. Картину, которую они увидели, полностью совпадала с тем, что описывала Синди. Теперь на чаше весов находились слова уважаемого бизнесмена, подтвержденные его не менее уважаемыми друзьями, и показания малолетней проститутки, которые она дала полиции. Однако Синди отказалась пройти тест на детекторе лжи, и Уильям Деннис, думая, что она скрывает правду и играет с полицией в игры, закрыл дело. Но не все были уверены в невиновности Хансена. Так полицейский Грег Бейкер, который первым допрашивал Синди, понимал, что она говорит правду, и знал, что Хансен является первым подозреваемым по делу об убийствах танцовщиц из ночных клубов. Дальнейшее расследование, которое он провел самостоятельно, выявило обширное криминальное прошлое Роберта Хансена. За 12 лет до этого происшествия его 2 арестовывали за нападение с огнестрельным оружием, похищение и изнасилование. Бейкер не мог передать эту информацию своему непосредственному начальству, так как дело Синди Полсон было официально прекращено, и он действовал в обход властей.
Он собрал все документы о прошлом Хансена, которые были в его распоряжении, и отнес их к детективам в полицию штата, которые расследовали убийство Шерри Морроу и исчезновение проституток. Несмотря на информацию о том, что Хансен был сексуальным агрессором, ничто не указывало на то, что он способен на убийство. Также детективы не обнаружили никакой прямой связи между Робертом и пропавшими девушками. У полиции не было основания даже для ордера на обыск. Когда 2 сентября 1983 года неподалеку от места обнаружения тела Шерри Морроу во время прокладки новой дороги бригада рабочих раскопала человеческие останки, связь Хансена с убийствами стала очевидна. До недавнего времени в этот район можно было добраться только на лодке или легком самолете. В это дело включился профайлер ФБР Джон Дуглас. Изучив подробности убийств, он разработал профиль маньяка из Анкориджа. Хотя в ряде источников указывается, что созданием психологического портрета убийцы первоначально занимался Хейзлвуд. Джон Дуглас отмечал: «Мы начали анализировать все, что сумели узнать о самих преступлениях и о Роберте Хансене. Что касалось жертв, проститутки не сидели в одном каком-нибудь пункте и не сообщали в полицию о своем местонахождении. Поэтому, если не обнаружено тело, очень трудно узнать, не приключилось ли с кем-то из них беды. Возникала та же самая проблема, что в деле убийцы с Грин-Ривер в штате Вашингтон. Значит, выбор жертв был не случайен. Убийца целил только в тех, кого не стали бы искать. Такой модус операнди сложился не сразу. Первых он просто убивал и вывозил на самолете тела. Это были преступления ярости. Хансен заставлял свои жертвы просить о пощаде. Но натура охотника брала свое. В какой-то момент он решил, что способен соединить два развлечения – брать женщин в лес живыми и сочетать спортивную охоту с сексуальным удовлетворением. Именно тогда в полной мере проявилась его власть над жертвами. Постепенно тяга к убийству превратилась в навязчивую идею, и Хансен испытывал потребность охотиться снова и снова. Несмотря на соответствие Хансена составленному портрету и подробный анализ прошлых уголовных дел пекаря-разбойника, в которых прослеживались агрессия, жестокость и сексуальное насилие, полиции не хватало все же какой-то значительной детали, чтобы связать Хансена с убийствами. Досье были слишком давними, а улики слишком косвенными, чтобы иметь достаточный вес в суде. И тогда на помощь пришло ФБР. Агент Дуглас прилетел на Аляску, чтобы посоветовать, как вести себя с подозреваемым. Идея Дугласа заключалась в том, чтобы вызвать Хансена на допрос и одновременно обыскать его дом. Чтобы получить ордер, следователи должны были составить список улик, которые они предполагают найти внутри. Они знали, что надо искать пистолет, который описала Синди Полсон, и винтовку, из которой были выпущены пули, лишившие жизни Морроу и Голдинг. Кроме того, Дуглас предположил, что Хансен был коллекционером, но не в обычном смысле слова. Многие сексуальные убийцы прихватывают у жертв трофеи, а потом отдают близким женщинам. Такие вещи для них являются символом собственной власти и воспоминанием о моменте наивысшего возбуждения, которое они пережили во время убийства. У Хансена не было возможности увешивать стены головами женщин, как он поступал с добытыми зверями, и поскольку тела жертв не имели следов повреждений, нанесенных руками человека, судя по всему, он ограничивался тем, что забирал драгоценности, а потом придумывал какую-нибудь историю и дарил жене или дочери. Хансен мог оставлять миниатюрные фотографии или другую мелочь из кошельков убитых. В конечном итоге список вещей составил 48 страниц. До сих пор психологический портрет убийцы не использовался в США как основание для выдачи ордера на обыск, но в деле Хансена этот прецедент был создан. В октябре 1983 года сержант Гленн Флот представил судье Виктору Карлсону результат их совместной с Дугласом работы и получил 8 ордеров на обыск, принадлежавшей Хансену собственности. Теперь следователям нужен был сам Хансен. Они прекрасно знали его ежедневное расписание, и ранним утром 27 октября 1983 года полиция Анкориджа приехала за ним в кондитерскую. Но Хансена там не было. Он приехал немного позже, продлив свое пребывание на свободе на 20 минут. Когда его попросили проехать с полицейскими на допрос, он не сопротивлялся. Комната, где предполагалось проводить допрос, уже была готова. Основной целью было вывести Роберта из равновесия
и добиться признаний, избежав долгого судебного разбирательства. Дуглас помог детективам оформить помещение для достижения наибольшего психологического эффекта. Снимки мест преступления и материалы дела были развешаны всюду таким образом, что Хансен постоянно видел их во время допроса. В полиции знали обо всех давних уголовных делах, однако Ротшильд хотел заставить Хансена говорить о той серии убийств, которая относилась к недавнему времени. Хансен же, в свою очередь, старался вытянуть из детектива известную им информацию. В ходе допроса хитрый и изворотливый Хансен так и не рассказал ничего нового. Он лишь поведал о суровом воспитании, строгой семье и о том, что озлобился. Признал, что в начале 70-х снимал проституток и приходил в ярость, когда они заламывали высокую цену. Но Хансен отрицал, что угрожал им и уж тем более не сознавался в убийствах. Пока Ротшильд пытался расколоть Хансена, полиция провела полномасштабные обыски во всех местах, где Хансен мог хранить изобличающие его улики. Обыск в самолете, машине и на месте работы Хансена не принес никаких результатов. Таким образом, ключевым объектом становился дом Хансена. Тщательный обыск в спальне принес первую находку – авиационную карту, на которую было нанесено 37 крестиков. Казалось, они были поставлены в тех местах, где находили трупы, но на карте их было гораздо больше. Поиски продолжились на чердаке. Под изоляционным материалом было найдено оружие, в том числе винтовка Рутгер Мини-14, уже знакомого полицейским калибра, и револьвер с деревянной ручкой, который описывала Синди Полсон. По мере продолжения поисков полицейские нашли и вещи, принадлежавшие жертвам. Полицейский Уэйн фон Клаузен говорил: «Мы задали мисс Хансен много вопросов, но мы не смогли ответить ни на один из тех, что задавала она. Она не могла поверить, что все это происходит с ней и детьми». Заинтересовавшись тем, что происходит в доме у Хансена, к полицейским подошла женщина из соседнего дома. Услышав ошеломительную информацию о том, в чем обвиняется их сосед, женщина сказала, что в один из дней Роберт Хансен подошел к ее мужу и попросил обеспечить ему алиби на ту ночь, когда была похищена Синди Полсон. Добрый сосед солгал полиции, чтобы защитить своего друга, не представляя, насколько серьезны обвинения будут против него. Позже ее муж позвонил в полицию и сам отказался от своих показаний. Алиби Хансена исчезло как дым. Тем не менее, даже под тяжестью всех собранных улик Хансен не хотел признаваться, но улик уже было достаточно, чтобы заключить его под стражу. Он был арестован и первоначально обвинен в мошенничестве с выплатой страховки, кражах, нападениях и похищениях людей. Об обвинениях в убийствах речи пока не шло. Залог для Хансена был установлен в размере $500,000. Охотник сам оказался в ловушке. Ни друзья, ни психиатры уже не могли прийти ему на помощь. Когда пришли результаты баллистической экспертизы, подтверждавшие, что жертвы были застрелены из одного оружия, и это было как раз то оружие, что нашли в доме Хансена, следователи решили, что у них достаточно улик для обвинения Хансена в 4 убийствах. Они предъявили имеющиеся доказательства ему и его адвокату. Хансен не мог их отрицать, ему некуда было прятаться. Настало время признания. Пришла пора заключать сделку. 18 февраля Хансен сказал, что сознается в убийствах Эклутонской Энни, Джоан Мессина, Шерри Морроу и Паулы Голдинг, если процесс будет закрытым и его семью оставят в покое. Он попросил, чтобы его содержали в тюрьме не на территории Аляски, когда суд будет окончен. В обмен на обвинение всего в 4 убийствах он согласился показать полиции, где захоронены остальные тела. 22 февраля 1984 года власти штата Аляска пошли навстречу Хансену и заключили сделку. Тогда же они услышали и признание Хансена. Они поразили Гленна Флотта и прокурора Фрэнка Ротшильда. Роберт говорил: «Я не хочу сказать, что ненавижу всех женщин. Я пытаюсь классифицировать их в своем уме. Приличная это женщина или проститутка? Я никогда не убивал приличных женщин. Но проститутки были чем-то еще. Проститутки стоят гораздо ниже, чем я, в социальной иерархии. Я мог убить их безнаказанно и без зазрений совести. Я всегда любил женщин, но делал различия между хорошими девочками и плохими девочками. Плохих можно было убивать. Я пытался действовать как можно более жестко, чтобы сразу же запугать их до смерти, даже до того, как я начал говорить им что-либо. Чтобы подчинить их, я хватал девушек за волосы сзади,
От боли они непроизвольно запрокидывали голову. Тогда я направлял пистолет прямо им в лицо, чтобы они чувствовали свою полную беспомощность, испугались как можно сильнее. Потом заставлял встать их на колени передо мной. Таким образом, пока они находились в таком положении, они не могли оказать мне сопротивления. Я пытался заговорить со многими девушками в стриптиз-барах. Существовала вероятность, что если она ничего не предложила в первый раз, то она может вернуться, и у нас может сложиться потом совсем другой разговор. Иногда я начинал говорить о какой-то своей фантазии, и девушка подхватывала и развивала мою мысль. Девушка говорила, что это вполне возможно сделать, но такие услуги будут стоить определенных денег. Тогда я уже не мог считать эту стриптизершу приличной девушкой. Она больше походила на проститутку, чем на танцовщицу. Те, кто танцевал, просто пытались заработать, а эти торговали своим телом. Когда это произошло в первый раз, я пришел домой, и у меня очень сильно болел живот. Спустя годы я побывал во множестве стрип-баров и никогда не прикасался там ни к одной девушке, пока они сами не просили. Это больше походило на игру. Они бросали мне мяч, а я отбивал его битой. Они сами должны были подойти ко мне и начать говорить, предлагая свои услуги. Тогда я договаривался о встрече в определенное время для того, чтобы хорошо провести время. Если они не начинали разговор, то ничего и не происходило. Понимаете, когда вы идете в мотель с женщиной, это напоминает обычную сделку с проституткой. Но даже когда я действительно платил за секс, я не хотел, чтобы вся обстановка напоминала мне, что я снял проститутку. Я хотел, чтобы это было больше похоже на романтическое свидание. Поэтому я старался уединиться с девушками на природе. Если ты сделаешь именно то, что я тебе скажу, ты останешься жива и здорова. Ты просто будешь вспоминать этот случай как дурной сон и будешь более осторожной в следующий раз. Я вытащил пистолет. Ты выглядишь как профессионалка. Не волнуйся. Ты же знала, что твое ремесло проститутки всегда связано с некоторым риском. Так Хансен говорил своим жертвам. В отличие от признаний, которые Хансен дал следователям, чтобы оправдать свое убийство, факты говорят совсем обратное. Первыми жертвами маньяка были не профессиональные проститутки, а обычные молодые девушки 16 и 19 лет. Суровая правда состоит в том, что этих неопытных и наивных девушек было гораздо проще соблазнить и изнасиловать, чем жриц любви с многолетним стажем. Агент ФБР Джон Дуглас отметил, что убийства, совершенные Робертом Хансеном, являются самыми беспрецедентными в истории изучения серийных убийств. Когда исповедь Хансена подходила к концу, перед ним разложили большую авиационную карту региона. На этой карте убийца указал 15 захоронений своих жертв. Стало очевидно, что тела погибших были разбросаны на сотни квадратных миль по самым безлюдным и диким местам Аляски. Так как было почти невозможно найти места захоронений, опираясь исключительно на опознавательные знаки, оставленные на карте Хансеном, следователи решили вывести самого убийцу на самолете, чтобы он лично указал, где искать тела жертв. На следующий день Хансена под конвоем доставили в международный аэропорт Анкориджа. Там вся группа, занимавшаяся расследованием этого дела, села на большой военный вертолет и отправилась на поиски тел убитых. Их первая остановка была в долине реки Ник, недалеко от того места, где было найдено тело Паулы Голдинг. Затем они полетели на восток, а затем на запад, к Сюситна. Их конечная остановка была на юге, около озера. Во время каждой из этих остановок Хансен выводил следователей все к новым и новым местам захоронений. Но поскольку в тот момент лежал мощный снеговой покров, то эксгумации трупов не производилось. Деревья, расположенные поблизости от мест, указанных Хансеном, помечались оранжевой краской, чтобы в теплый сезон года можно было снова обнаружить захоронения и извлечь тела из замерзшего грунта. К концу дня Хансен показал 12 могил неизвестных женщин. Во время полета на вертолете он часто становился возбужденным и веселым, переживая подробности своих давних убийств вновь и вновь. Закованный в наручники, Хансен залезал по грудь в высокие сугробы и торжественно указывал очередное место захоронения. Иногда он падал на колени и яростно начинал разгребать снег голыми руками, а потом смотрел на окружающих с дикой и широкой улыбкой на лице. К маю 1984 года следователи нашли 7 тел в захоронениях Роберта Хансена. Никаких других трупов больше никогда не находили. Окончательный список обнаруженных жертв Роберта Хансена выглядел следующим образом. Лиза Фатрелл, 41 год. Убийство подтверждено Хансеном,
Тело жертвы обнаружено с его помощью. Малай Ларсен, 28 лет. Убийство подтверждено Хансеном. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Неопознанная Джейн Доу, настоящее имя неизвестно. Убийство подтверждено Хансеном. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Сью Луна, 23 года. Убийство подтверждено Хансеном. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Тами Педерсон, 20 лет. Убийство подтверждено Хансеном. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Анджела Федерн, 24 года. Убийство подтверждено Хансеном. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Тереза Уотсон. Убийство подтверждено Хансеном. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Делин Фрей. Убийство подтверждено Хансеном. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Пола Голдинг. Убийство подтверждено Хансеном. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Андреа Альтьери. Хансен признался в этом убийстве. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Шерри Морроу. Хансен признался в этом убийстве. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Энни Эклутна. Хансен признался в этом убийстве. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Джоанна Мессина. Хансен признался в этом убийстве. Тело жертвы обнаружено с его помощью. Роксан Исланд, 24 года. Убийство подтверждено Хансеном. Тело не обнаружено. Силия Ван Зантен, 17 лет. Хансен отрицал убийство, но подозревался в нем из-за крестика на карте, расположенного там, где было найдено тело. Меган Эмерик, 17 лет. Хансен отрицал убийство, но подозревался в нем из-за крестика на карте, расположенного там, где было найдено тело. Мэри Тилл. Хансен отрицал убийство, но подозревался в нем из-за крестика на карте, расположенного там, где было найдено тело. Некоторые жертвы так и остались анонимными, их имена были неизвестны даже Хансену. Многие из жертв вообще никогда не были найдены. 27 февраля 1984 года судебные разбирательства подошли к концу. Хансен был расслаблен и не показывал никакого раскаяния, как и многие серийные убийцы. Попытки адвоката доказать, что улики были собраны с нарушением закона, провалились. Судья Верховного суда Генри Кин вынес решение, что все следственные действия проходили в полном соответствии с законами, и изъятые вещи могут служить бесспорным доказательством вины Хансена в суде. Прокурор выступил с заключительным заявлением. «Перед нами сидит монстр, чья жизнь является крайним отклонением от нормы. Этот человек жил среди нас в течение 17 лет, готовил и приносил нам пончики с кофе с приятной улыбкой. Его семья была опорой, он спрятался за их порядочность. Перед нами охотник, который держал трофеи на стене, но другие его трофеи теперь разбросаны по всей Южной и Центральной Аляске. И хотя он не говорит и не признается в этом, очевидно, что он целенаправленно охотился на женщин, как на дичь. Он позволял им убежать на небольшое расстояние, а затем получал то же самое удовольствие, как и в охоте на животных, выслеживая и убивая девушек. Он просто играл с ними. Совершенно очевидно, что он не рассказал нам всей правды». Хансен отказался от последнего слова. Судья приговорил его к 461 году тюремного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Судья Кин в своей речи сказал следующее. «Никакие слова не могут адекватно описать то, что мы видели сегодня и в чем подсудимый признался. Я не могу предъявить большее обвинение для общества, чем то, что мы видим теперь. Этот господин был хорошо известен всем в течение многих лет. Тем не менее, мы отпускали его на свободу несколько раз, зная, что у него были склонности к агрессии и убийствам». Первоначально Хансен был направлен в тюрьму строгого режима в городе Льюисбург, штат Пенсильвания. Затем, в апреле 1984 года, Хансен был доставлен в Оклахому, в федеральный центр уголовно-исполнительной системы. Полиция надеялась, что Хансен расскажет им и о других пропавших без вести девушках. «Нет», — отрезал Хансен. «Книга закрыта. Я не вижу для себя никакого смысла в этом». В 1988 году он вернулся на Аляску в качестве одного из первых заключенных в новой тюрьме Spring Creek исправительного центра в Сьюарде. До передачи в Сьюард в камере Хансена был произведен обыск. В ней было найдено несколько почтовых марок и авиационная карта юго-востока Аляски, что указывало на то, что он собирался совершить побег. Его эго пострадало с потерей наиболее значимых из его трофеев и рекордов. В
1987 году издание Bowhunting Big Records в Северной Америке убрало имя Хансена из всех категорий трофеев, добытых охотниками. Это кардинально отличалось от того заявления, которое прозвучало сразу после вынесения ему приговора, в котором говорилось, что его преступления никак не связаны с его достижениями в качестве охотника. Хансен также потерял свою семью. Жена с детьми не могли больше оставаться на Аляске, поскольку дети подвергались преследованиям в школе. Миссис Хансен подала на развод и вскоре покинула Аляску. Ее родной дом Покахонтас, штат Айова, несмотря на весь испытанный шок, с течением времени также забыл о серийном убийце. После этих событий Роберт прожил достаточно долго. В 2014-м его перевели в исправительное учреждение родного Анкориджа, где он и скончался в лазарете. Дорогие гости и подписчики канала, согласны ли вы с приговором суда? Или все же Хансен должен был понести более серьезные наказания в виде смертной казни? Делитесь своим мнением в комментариях.